Дочь Кэрри Фишер сыграла в «Скайуокере Восход» гораздо большую роль, чем вы думаете. После того, как Фишер внезапно скончалась от сердечного приступа в декабре 2016 года, режиссеру Джей Джей Абрамсу и команде «Скайуокера Восход» пришлось столкнуться с уникальной проблемой. Они должны были включить в фильм культового персонажа Фишер Лею Органу без актрисы. Благодаря волшебству монтажа и грамотному постпродакшену невозможное стало возможным. Без ведома большинства Билли Лурд, появившаяся в «Пробуждении силы» и «Скайуокере Восход» в роли младшего координатора по коммуникациям лейтенанта Кайдл Коконикс, также появилась и в последнем фильме саги о Скайуокере, но уже в роли молодой Леи во время важной сцены, где принцесса обучалась путям силы. В интервью Yahoo супервайзер визуальных эффектов Патрик Тубах подтвердил, что для создания молодого Люка они компьютерно омолодили Марка Хэмилла, а Лурд сыграла юную Лею. В течение многих месяцев ходили слухи о том, что Лурд, чей персонаж носил фирменную прическу Леи в прошлых эпизодах, в какой-то момент сыграет молодую Лею в «Скайуокере Восход». Теперь Тубах подтвердил эти теории, но лицо Лурд не используется в конечном продукте. Оно служит для создания компьютерной визуализации того, как Фишер выглядела в молодости. Но вот ее тело — это Лурд. Тубах сказал, Билли играла роль ее матери. Это было поразительно, и эмоции были у каждого, потому что она была готова продолжить дело своей мамы. Для всех было эмоционально видеть ее в этой роли. Если кто и должен был сыграть роль Фишер, то только Билли, потому что между ними есть много общего, из чего мы смогли извлечь выгоду. Нашей задачей было просто сделать кадры с Леей, с которыми нам нужно будет работать в этой сцене. Руководитель VFX Роджер Гайетт также сказал Yahoo: «То, что вы видите, это наши разработки. Идея состояла в том, чтобы преподнести сюрприз аудитории. Когда они снимают шлемы, вы видите молодые лица Люка и Леи. Мы отыскивали кадры из оригинальных фильмов и взяли несколько, а затем нашли решение, как добавить это в фильм». В дальнейшем вопрос о том, появится ли Лея в будущих проектах «Звездных войн», будет зависеть только от молодой актрисы. Как отметил Гайетт, правда в том, что и Кэрри, и Билли являются подругами Джей Джей Абрамса. Они много говорили об этом, и я думаю, что в основе всего этого лежит огромное уважение к Кэрри, к ее памяти и работе. Лурд было тяжело сыграть эту роль. Она потеряла в 2016 году любимых маму, Кэрри Фишер, и бабушку, Дебби Рейнольдс. В преддверии «Скайуокера Восход» актриса даже обратилась к наследию своей матери и Леи, написав глубоко эмоциональное эссе для журнала Time, в котором она обсуждала хорошее и плохое влияние, которое принцесса Лея оказала на ее жизнь. Вначале Лурд была смущена, и ее часто раздражала слава матери, но позже она свыклась с этим. Она написала: «Тогда я поняла, что Лея — это больше, чем просто персонаж. Она — чувство, она — сила, она — грация, она — остроумие, она — женственность во всей красе. Она знает, чего она хочет, и она добивается этого. Она не хочет, чтобы ее защищали, она сама защищает себя. И никто не смог бы сыграть ее так же, как моя мать. Принцесса Лея — Кэрри Фишер. Кэрри Фишер — принцесса Лея. Они неразделимы». В завершении своего эссе Лурд написала: «Я выросла с тремя родителями – мамой, папой и принцессой Леей. Изначально принцесса Лея воспринималась моей приемной матерью, но теперь она – мой ангел-хранитель, и я сохраняю ее». Независимо от того, сыграет ли Лурд роль Леи в будущих фильмах про «Звездные войны», у нее, несомненно, светлое будущее. Она получила известность и признание благодаря различным ролям в антологическом сериале Райана Мерфи «Американская история ужасов», а также оставила свой след на большом экране в режиссерском дебюте Оливии Уайлд «Образование», сыграв абсурдного персонажа, который притягивает к себе взгляд Джиджи. Если Лурд решит оставить в прошлом Лею после «Скайуокера Восход», то для многих поклонников будет утешительным облегчением даже ненадолго взглянуть еще раз на своего любимого героя. И в конце концов, никто бы не сыграл сейчас Лею так, как дочь Фишер. Посмотрите новые видео на нашем канале. К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые фильмы. Так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео.